Дорогие друзья, мы сегодня организовываем встречу с музыкантами. Мы хотим полностью рассказать про наше мероприятие, про готовность, как будет проходить мероприятие, все вопросы, связанные с логистикой, все вопросы, связанные с проживанием, питанием, выступлением, оборудованием. Мы хотим, чтобы наши музыканты владели всей информацией для того, чтобы максимально подготовиться к выступлениям, чтобы они радовали, веселили наших гостей, чтобы они выступили на свой максимум, чтобы они подготовили отличную программу своего выступления, а мы будем им всем в этом помогать. Всем привет, меня зовут Вячеслав, я диджей. Я играю абсолютно разную музыку, начиная от дипхауса и заканчивая супер-хардкорным джанглом. Мне очень нравится, что в нашей стране проводят такое мероприятие, как Кольфест, потому что, во-первых, это объединение всех музыкантов, не только диджеев, еще и инструментальных музыкантов. Это атмосфера праздника, дружбы и всеобщего веселья. Плюс это еще и любимое наше озеро Иссык-Куль. Это будет круто. Привет всем, меня зовут Айко. Я диджей, я музыкант. Я в диджеинге уже где-то 8 месяцев, а в музыке практически всю мою жизнь. Я с нетерпением жду моё выступление на Кольфесте. Это будет первый раз, когда я играю на таком большом фестивале. Сама я участвовала, на фестивалях международных большого крупного масштаба за границей и всегда мечтала самой оказаться на сцене за пультом. И поэтому у меня очень-очень такой приятный мандраж и волнение. Я жду с терпением, надеюсь, что все пройдет супер. Приходите на Кольфест! Hi, my name is Yuya, aka DJ Tenkro. My music style house, tech house, and funky groove, like 4-beat music. I will provide a groovy and dance now music selection, make everyone smiley and happy. So let's join us and make happy and make party. Здрасте, я диджей Тарас Пис, или сокращенно Пис One. Занимаюсь диджеингом уже на протяжении 6-7 лет. Начинал с разных мероприятий, такие как МММ, культура. Присутствовал на первом Кольфесте, очень мне понравилось. Второй я не хотел пропускать и очень хочу еще раз поиграть на Кольфесте. Приглашаю всех на Кольфест. Уверен, что будет очень круто. Много-много приезжают артистов интересных. Поэтому всем добро пожаловать. Okay. Привет, ребятки, меня зовут Руслан. Я пою, играю на гитаре, выступаю в жанре инди, альтернатив, поп, рок. Я буду играть на Кольфесте в субботу в 11 утра, поэтому если кто-то вдруг проснется и будет там, приходите, будет классно. Вот так вот.